Значение буквы «Ш» в имени говорит о спокойствии и стабильности, тонком чувстве юмора, аналитическом складе ума. Буква «Р» в имени символизирует решительность, высокую работоспособность, умение правильно анализировать ситуацию. Человек с буквой «Ш» в имени имеет развитое чувство юмора. Буква «Т» дает человеку настырность. Они готовы пойти на самопожертвование, даже если это не является необходимостью. Этих личностей сложно обмануть, видимостью для них всегда важна реальность. Удачно складывается судьба тех из них, кто в детстве увлекался книгами о мореплавателях, путешествиях и открывателях далеких земель. Владельцы этого имени будут проявлять во всем инициативу и не любят рутину. Крепкими орешками являются те, у кого есть в имени согласное «Ф». Таким личностям стоит уделять больше внимания самочувствию из-за частых перепадов настроения. Буква «Ф» в этом имени дает человеку брезгливость и недовольство. Если этот человек чем-то увлечется, то может даже пойти на глупый риск. Интуитивная, чувствительная, творческая личность, искатель правды, не всегда соразмеряющий желания и возможности. Эти люди не слишком общительны и стараются не проявлять своих чувств, хотя нуждаются в поддержке, любви и понимании. Они любят делать других людей счастливыми. Значение буквы «А» в этом имени символизирует обновление, ежедневное возрождение в самом широком смысле. Владельцы этого имени пребывают в состоянии покоя, они отражают в своей зеркальной глади окружающий мир. Основная буква «А» в этом имени хорошо сочетается с другими звуками и не создает сложности в произношении, поэтому у владельца не составит труда найти много друзей. Просто иногда им лень найти новых друзей, так как они уверены, что по первому щелчку могут собрать большую компанию. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.